От овощевода до тракториста, от дизайнера ландшафта до пчеловода. Получить новую профессию за 3 месяца и не оказаться за бортом рынка труда. Такую задачу решают в многофункциональном центре прикладных квалификаций. Его открыли на базе Тульского сельскохозяйственного колледжа. Здесь будут обучать по 15 специальностям. Возраст желающего обрести новые знания не важен. Как в режиме автошколы. Пришел, заплатил, отучил всю. Сумма там это обсчитывается в бухгалтерии, какая затрата, потому что из этого же придется и зарплату преподавателям платить. Ну, вот, допустим, там в Алексине в учебно-курсовом комбинате мы вот готовим там тракторист, машинист, сельскохозяйственного производства. Я точно не помню, ну что-то в районе где-то, наверное, 15 тысяч. 94% работодателей в секторе АПК заявляют о нехватке квалифицированных кадров. Это данные на конец октября. В Туле остро необходимы агрономы, зоотехники, ветеринары. Зарплата специалистов может доходить до 60 тысяч рублей. Есть и отдельные привилегии, например, для молодых специалистов. Многие крупные сельхозпредприятия в нашей области, они на сегодняшний момент времени крайне заинтересованы в этой работе. И строится жилье, и предоставляются займы, и предоставляются различного рода льготы для молодых специалистов. То есть, в принципе, с социальной точки зрения сегодня предприятия ориентированы на молодых ребят. Поэтому важно, конечно, чтобы человек не только получил специальность, но чтобы он и захотел вернуться на село. Да, вот многофункциональный центр, который сегодня мы открываем, он как раз и в своем наименовании, слово «прикладной» имеет, да, он как раз нацелен на то, чтобы ребята почувствовали ту профессию, которую они для себя выбрали. Группа для подготовки кадров в ВПК в многофункциональном центре пока формируется. Сейчас идет прием заявок. В планах начать обучение уже в середине декабря. Андрей Новиков учится в колледже на 2-м курсе. Впереди еще 2 года за партой. Юноше 19 лет, и он собирается стать механизатором. Попутно хочет освоить профессию тракториста. Для этого и пришел в центр прикладных квалификаций. Я вообще живу в деревне у себя, там поселок у нас есть, и как бы... Ну, мне понравилась эта техника, вся нравится. Вот эта разборка, сборка трактора. Вот, например, ТЗ-80, вот уже на нем работал, ездил, уже все знаю. Центр в сельскохозяйственном колледже Тулы стал 12-м в регионе и 1-м в секторе АПК. Другие МФЦ готовят специалистов для машиностроения, металлообработки, химической промышленности. Центры есть в Щекине и Донском. Потребность в их услугах растет. Если в 2015 году новую профессию получили около 2000 желающих, за неполный 2016 уже более 8000 человек. Руслан Щепетев, Александр Лехнер, Первый Тульский.